В этом году в Сочи ожидается увеличение количества отдыхающих. С целью обеспечения общественного порядка и безопасности гостей и жителей города сотрудники УВД ежедневно проводят комплекс профилактических мероприятий. В частности, участковыми уполномоченными проводится обход жилого сектора, квартир, домовладений граждан, сдающих жилье в период курортного сезона. Ведется контроль в парках, скверах, на территории пляжей, у объектов питания и розничной торговли. Полицейские проводят инструктаж, например, как избежать краж. Среди населения работников предприятия распространены памятки с правилами поведения и действий по предупреждению терактов, грабежей и разбоев. Памятки также содержат номера телефонов и адреса дежурных частей УВД и участковых с указанием времени приема граждан.